Пожилые ангелы не летают, пожилые ангелы не поют. Их даже за ангелов не считают, их даже не всегда узнают. Ангелы следят за чистотой, душевной, уличной, духовной. Дворник у подъезда, ангел мой, говорит по мобильному телефону. Относительно рифмы могу сказать, что поскольку стихи переводные, рифмы не обязаны бросаться в глаза, а скорее восприниматься как свои, родные, неотъемлемая часть общекультурного эгрегора, цепляющая за душу и чукчу, и негра. Поэзия, она и в Африке поэзия. И мне. Чем могу быть полезен? Да ничем, ангел мой, нечем. Не хочу говорить о вечном, а обычное не стоит речи. Нынче ангелы человечны.